проверить, насколько расходятся бруски хонголовки, мы можем вставить, вот сконтролируем, чтобы здесь находился шток, вставленный шток, шток заподлицо в исходном положении. Вставляем наставку, вручную это будет осуществить трудно, пружина здесь мощная. Вот, я сейчас это сделаю, уперев стол, вот так. Мне сейчас это неудобно перед камерой сделать. То есть я сейчас упираю в стол и у нас расходятся брусочки. Так, попытаемся еще раз сделать на камеру. Вот мы сейчас отчетливо видим, как расходятся брусочки. Диапазон 10 мм. Диапазон во многом зависит от положения вот этой гайки. Это гайка-ограничитель. Вот. Если ее открутить, диапазон получается больше. Но это где нужно. Мастеру виднее, где ему нужно.